Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi Black Shark 5 Pro. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс до заводских настроек через настройки. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего нажимаем выбираем раздел о телефоне и выбираем тут сброс настроек. Далее нажимаем стереть все данные, нажимаем сброс настроек. У нас тут вылезает предупреждение, с которым желательно ознакомиться. И после того, как мы ознакомились, нажимаем далее. И еще одно предупреждение, так что с ним тоже лучше всего ознакомиться. И нажимаем ОК. И теперь ждем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.